Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Бравл Старс. У нас сегодня новая, но очень необычная Олимпиада. Все бравлеры будут сражаться против огромного мега-монстра из нового события «Разрушение Супер-Сити». Задача каждого бравлера — нанести как можно больше урона, пока монстр находится в бешенстве. Кто из бравлеров нанесет больше всего урона, тот и победил. Ребята, видосик будет настоящая пушечка, поэтому давайте... Прямо сейчас каждый из вас должен опуститься под видосик, нажать красную кнопку подписаться, поставить лайк этому видосу и нажать на колокольчик. Готовы? Раз, два, три. Спасибо большое и приятного вам просмотра. Битва начинается, монстр на арене, выходят наши бравлеры. И скажу сразу, данный видосик я смотрю в первый раз. Я не знаю, кто из них победит. И, кстати, ссылочку на автора тоже оставлю в описании. Первая выходит Нита, вызывает медведя, начинает наваливать очень много урона до того момента, пока ее не уничтожит огромный босс. 11760 урона успел нанести Нита. Неплохо. Дальше выходит у нас Джесси. Джесси ставит пушечку, пушечка — это очень-очень круто. Так, смотрим, сможет ли нанести больше урона, чем Нита, или все-таки Нита, мне кажется, из-за медведя нанесла больше. Да, примерно на 1000 урона. Погнали дальше. Дальше у нас выходит Брок. Начинает атаковать ракетами. Да, кстати, правильно, что без поджога, потому что монстр не стоит на месте, он сжирает всех на своем пути. Итак, Брок наносит 13608. Нифига себе. Я даже не думал, что настолько больше. Так, выходит Динамайк и почему-то промазал первые два удара. Это было странно. Окей, мы доплюсуем примерно ему 4000 урона. Но все равно первое место он сейчас не занимает. Первое место занимает у нас Брок. Выходит дальше Тик. Начинает правильно бросать мины. Хорошо. Бросает ульт. Откидывает немного монстр. Монстр потупил. Подождал такой, чё? Говорит, ульта? Какая-то бомба? 13272. Неплохо. Следующий выходит на арену Барли. Посмотрим, насколько хорошо справится Барли. Так, у Барли накопилась ульта. Бросает ульт, монстр наступает, но Барли погибает, но наносит больше 10000. Красиво. Следующий выходит Пока. Но насчет Пока я очень сильно сомневаюсь. Насчет его нанесения урона. Потому что Пока очень хороший хиллер. Но как демагер он, скорее всего, ну, будет где-то очень внизу. Да. 7660. Это крайне мало. Дальше Кольт. А вот за Кольта, ребята, возможно, будет неплохо сыграть. Смотрите. Он проюзал ульту. Наносит урон 14784 и перегоняет Брока. В данный момент Кольт становится на первое место. Так, смотрим, Дэрил начинает наваливать. Я, честно, болею за Дэрила. Дэрил наносит очень много урона. Посмотрим, сколько нанесет, перекатывается. И 14600, боже мой. Одной пулечки не хватило добить, чтобы Кольта опередить. Но это жестко. Так, выходит Пенни, ставит пушку. Пушка начинает бить. И сразу же погибает. Проблема пушки, что она не попала по боссу своим предсмертным выстрелом. И Пенни нанесла 10920. Если бы пушка попала, было бы все иначе. Дальше, смотрим, что делает Карл. Карл начинает пробивать босса по примерно 924 урона. Начинает крутиться под щитом. Посмотрим, сколько нанесет. Ну, живи, Карл, живи! 12 тысяч. Неплохой результат. 12 тысяч. Это много, это лучше, чем некоторые. Дальше выходит Джесси. Смотрим. 1600. Давай, Джесси. Давай. Держись. Я очень хотел бы, чтобы Джесси победила, но урона не хватит. Урона не хватит. Монстр сожрет ее раньше. Монстр пошел бить здание. Но даже это не помогло Джесси выиграть в этом батле. В этой Олимпиаде. Дальше у нас выходит Биби. Так, смотрим. Запускает ультец. Ульт прошел по монстру несколько раз, а точнее 3 раза. И Биби начинает пробивать его. Ну, неплохо. 13 тысяч демага. Ну, до Кольта не дотянуло. Смотрим. Это у нас выходит Джинни. Джинни пробивает. Кстати, неплохо. Я так понимаю, он с пассивочкой, которая дает урон, если ульта заряженная. Потому что он бьет по 1700. Это довольно-таки много. Это очень много. И выходит 10200, хотя Джин это более как игрок саппорта. Смотрим. Смотрим, что делает Пайпер. Бросает бомбы. Наносит достаточно много
много урона, но когда только босс подходит в упор, Пайпер уже ничего не набивает. Если бы хотя бы использовала гаджет и оттолкнула, еще да, но так всего лишь 9000 урона. Маловато, маловато, маловато. Если бы большая дистанция, было бы круто. Так, смотрим, смотрим, что делает у нас Эмс. Замедляет босса, начинает его пшикать, наванивать. Сколько нанесет по итогу? Сколько нанесет по итогу? И 10640. Я думаю, что можно было немножко больше, если пойти вокруг воды. Но так нормально. Так, смотрим Шелли. Вот, ребята, Шелли. Шелли, очень важный момент. Смотрим. Один ульт успела зарядить. 15700 наносит Шелли. Это просто жесть. Но, увы, друзья, в этом режиме за Шелли нельзя играть, потому что она сносит здание. Смотрим Мортис, но я не думаю, что Мортис много. Я думаю, что он меньше всего. Это 5000 урона. Это антирезультат. Следующий выходит Рика, начинает пробивать, начинает ульту пробивать, неплохо. Так, сколько же он нанес урона? Буквально пару тычек пролетело мимо. Давай, 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 давай. 16576, камон. Кто же сможет нанести больше? Реально, кто сможет нанести больше? Смотрим, Спраут начинает пробивать, бросает ульт, непонятно зачем, надо было перед собой бросать. Но да ладно, еще одна бомба мимо. Так, оно попадает, 6500. Ну, за Спраута, я думаю, вряд ли можно было выиграть, в любом случае. Так, Сэнди, Сэнди, пошла Лего, ребята. Лего против босса. Капец, босс реально огромный, гигантский. Итак, давай, давай, давай. Надо было наперед бросать. Зачем туда бросать было ульт, когда ульт, в принципе, мог бы немножко дамажить? Но я думаю, что Сэнди в любом случае умирает. Хотя 10400. Я думаю, что некоторые здесь... Вот честно, скажите, как вы считаете? Я думаю, что некоторые здесь тесты, они неправильные. То есть, можно было больше, можно было больше. Можно было больше за Сэнди, можно было больше за Динамайка. Но сейчас смотрим, как справится Мистер Пи. Ну, Мистер Пи неплохо показал 15000 урона. Вот за Мистера Пи хорошо сыграли. За Мистера Пи я не спорю, хорошо сыграно. Так, Роза включает ульт, начинает навалить под щитом. Много-много урона. Я думаю, что Роза должна быть где-то в топе, потому что с таким щитом она очень хорошо набивает. Так, 17216. Чего? Интересно, кто сможет набить больше, чем Роза? Я даже честно не понимаю. Так, Фрэнк застанил босса. Хорошая тактика. Фрэнк очень хороший бравлер. И можно очень сильно станить. Так, смотрите, что происходит. 15120. Неплохо. Неплохо сработано. Дальше у нас выходит Пэмка. А вот Пэмка мне интересно. Пэмка очень много наносит урона, но почему-то промазывает. Часть патронов пролетает мимо босса. У нас получается хилка стояла не на урон. Это тоже было косячок небольшой. 17100. Я думаю, за Пэмку можно было нанести больше. Если бы хилка была на пассивку на урон, тогда да. Смотрим Эль Прима. Эль Прима начинает пробивать. Давай. Бросается на него. Поджигает. Поджигает. Начинает отходить, пробивает еще. И сколько урона? 17944. Эль Прима на первом месте. Да ну, ну да ладно, я просто в шоке. Ребят, если какие-то тесты вам не нравятся, напишите в комментарии, где вы думаете, в каком моменте автор не прав. 15000 за ворона? Я думал, он набьет немного меньше. Но это круто. Это очень круто. Так, выходит Тара. Делает 3 удара, 4, бросает ульт. Так, ульта появилась, начинает пробивать. Так, немножко Тара продлила, скажем так, свою жизнь и наносит достаточно много урона. 16200. Если бы хотя бы один удар еще сделал, она была на первом месте, понимаете? На первом месте могла быть. Смотрим, у нас 8-бит. 8-бит у нас, интересно, со второй жизнью или нет? Как он? Какая здесь пассивка? Вторая жизнь? Ну-ка, да, здесь вторая жизнь. Смотрим на 8-бита со второй жизнью. Отходи, отходи, отходи. Не стой с ним в упор. 23916. Я не сомневался. Я всегда думал, что 8-бит здесь набьет, потому что у него пассивочка — это вторая жизнь. Смотрим на Бия. По идее, у него должна быть пассивка на щит на одном хп. Да, спасло. Буквально от одного удара спасло. И 17700. Это много. Это очень крутой результат. Выходит Нани. Так, взрывом откидывает, нанес 3000 урона. Начинает пробивать по 2940. Хорошо. Тоже 10-я сила, пассивочка. Сколько нанесет Нани? Блин, ну Нани очень мало жизней. 17700. Очень крутой результат. Смотрим, кто следующий. Бул. Вот здесь может быть довольно-таки интересный результат. Потому что Бул наносит колоссальный урон. Интересно, у него пассивка на щит или все-таки на рейдж? Вот здесь два может быть результата. Зря, конечно, была использована ульта. Потратил очень много хп. И это было зря. Хотя 21500 урона. Неплохо, я думал, будет меньше. Леончик, легендарка против огромного мега-монстра. Смотрим. Так, наносит...
юзал инвиз. Блин, если бы Леону можно было использовать гаджет, капец. Мне интересно, вот тот же батл, только с гаджетами. Кто тогда выиграет? У Леона сейчас гаджет просто офигенный. Смотрим Макс. Ну, Леон не выиграл. Вы видели, 15 тысяч урона. Смотрим на Макс. Юзает ульт, начинает убегать. Начинает убегать, пробивает босса. Хорошо, хорошо. Пока что урон не получает. Смотрим, смотрим. Вот сейчас бы гаджет, юзануть. 22 тысячи урона практически. Кто сможет победить 8-бита? Кто сможет набить больше, чем он? Так, выходит Бо. Бо бросает ульт. Так. Босс застанился. Да. Сейчас он пойдет на другую минку. Так, босс снова застанился. Камон, вы посмотрите, что творит этот пернатый. Сколько урона? 24 976. Офигеть. Мне кажется, это рекорд. Просто 100%. Так, выходит Спайк, начинает замедлять. Но Спайка слишком мало хп. И всего лишь 16 800. Это просто жесть. Дальше выходит Гейл. Смотрим, кстати, атака у него новая. По 2600 наносит. Гейл сейчас очень сильный бравлер. Я думаю, что его нужно фиксить, так же, как и Нани. Раньше я топил, чтобы Нани и Гейла повышали. Но вы посмотрите, 18956 у Гейла. И побеждает, ребята, у нас Бо. Здесь, видели, не было Вольта. Но я думаю, что Вольт, ну, нанес бы меньше. Меньше нанес, чем Бо. Бо из-за своих станов — это просто имбище. Если бы он протянул босса сначала по одному минке, потом по второй, а потом и на третью, было бы еще больше, было бы за 30 тысяч. Я думаю, что в принципе были какие-то несправедливые батлы. Кто-то меньше набивал, кто-то больше, чем должен был. Кто-то не увернулся от какой-то атаки. Там можно было сыграть лучше. Но автору респект, потому что вот сыграть за всех бравлеров против босса — это тоже нелегко. 30 плюс раз нужно сходить как минимум. Но я думаю, что результат Бо вряд ли кто смог бы перебить. На этом, ребят, я заканчиваю. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и жать на колокольчик. С вами был как всегда Робзи. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и покедова.